говорю. Что говорить? Все говорю. Когда у тебя? Всегда. Всегда у тебя? 6 февраля. 6 февраля. Друзья, я хочу с большим удовольствием пригласить вас 9 февраля в Yota Space. Yota Space? Yota Space. 6 февраля. 6, хорошо. Очень хотим, друзья, вас пригласить на день рождения, не в данном случае не группы Casual, а группы Casual. И в том числе группы Casual. И в том числе группы Casual. Да. Я текста не знаю, поэтому слушайте, друзья, билеты продаются. Я считаю, что весь вот этот зомби-чатик и все остальные должны билеты покупать, поскольку на ком должен зарабатывать бедный, что видно по его костюму, крайне потертым, уже не новым. Охренеть. Подделка! Реплика китайская, 120 рублей в любом интернет-магазине. Вот. Все купили билеты на концерт группы Casual. Там будет много гостей, друзья. В том числе и я выйду, наверное, если смогу. Конечно. Но праздновать или выползу, или выползу, или вынесут. Но мы там все будем. Друзья, я хочу пригласить вас 6 февраля в концерт. Я же ведущий! Я буду говорить быстро, импровизировать легко, да. Ненавязчиво. Друзья, очень хочу вас пригласить. 6 февраля клуб Yota Space, где будет праздновать свой день рождения группа Casual и наш любимый дядя Коля. Вот стоит... Дядя Коля. Дядя Саша. Дядя Саша? Дядя Саша. Дядя Саша будет? Дядя Саша. Заслуженный артист? Да. Дядя Коля, блядь. Дубль 8. Друзья. Да. Дубль 8. Друзья, честь имею всех пригласить 6 февраля в клуб Yota Space, где будет праздновать свой день рождения группа Casual и не только группа Casual. Всех там вас ждем. Будет много гостей, будет много сюрпризов. Я тоже должен буду выйти на сцену, но, как Алексей сказал, молчи. Вот, если я не смогу выйти и выползти сам, меня вынесут. Поэтому ждем вас 6 февраля в Yota Space. Си. Всех любим. Ноту спой. Си. Друзья, услышите это все в Yota Space. Ходите. Этот город плетет паутины усталых дорог. Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не слышит.